Добрый вечер, господа. Сразу скажу, что формат стрима разговорный, поэтому никакого экшена, никакого, никаких спецэффектов, ничего такого я, к сожалению, предоставить не могу. Все, что я могу предоставить, это посидеть вместе с вами над некоторыми картами, да поговорить на конкретную тему. Для чего я делаю этот стрим? Так как стрим водный, воды тут будет достаточно много, к сожалению, без воды э, ни туды и ни сюды, поэтому вы уж извините. Меня интересуют темы, по которым у среднестатистического человека объем знаний неоправданно мал, то есть тема важная, а знают о ней мало. В случае с Первой мировой вой войной знают мало не только пользователей пользователи или среднестатистические, знают в принципе о ней мало. О ней даже термин есть «забытая война». Забыта она, потому что, понятное дело, потом была Вторая мировая, да, более там, близкая, известная, с гораздо более понятным идеологическим подтекстом. Но дело в том, что в современной историографии Первая и Вторая мировая война, они считаются двумя звеньями одной цепи. То есть период от начала Первой мировой, 1914 год, до окончания Второй мировой войны, это по сути один и тот же процесс глобальный. В ходе этого процесса Европа стала терять свою, свою значимость в мире. Если на момент 2014 года в Европе производилось 43% мирового ВВП, то в 20-х это уже было 34%, и дальше этот показатель только снижался. В основном, конечно, за счет роста США, за счет роста Японии, за счет в дальнейшем уже во второй половине 20-го Китая и так далее и тому подобное. Тот факт, что мы рассматриваем первую мировую как часть, первую и вторую, да, как часть одной войны, в этом ничего нет удивительного. Вот если Маримур есть на стриме, то он в свое время рассказывал о столетней войне. И вот участники столетней войны, они не знали, что они участвуют в столетней войне. Они просто жили. Когда была война, они воевали. А потом их наследники увидели, что это часть одного процесса, который они назвали столетней войной. Так вот, похожая вещь сейчас происходит с Первой мировой войной, с межвоенным временем и со Второй. Все чаще... Чем дальше мы отходим от тех событий, все четче они видятся историкам как все-таки один процесс. И этому будет очень много подтверждений на моем стриме. Я так понимаю, что стрим будет не один, в один стрим вместить все нереально, и возможно их даже будет не два. Возможно их будет больше. У нас на территории бывшей Российской империи, участницы этой войны, напомню, нет ни одного официального памятника этой войне. Войне, в которой, я напомню, погибло 10 миллионов солдат, 12 миллионов мирных жителей. Нет ни одного памятника. В Европе все заставлено памятниками этой войне. И тем не менее, там они и помнят точно так же плохо. Почему? Сейчас будем разбираться, почему. Я буду не до конца честен, если все-таки не скажу, что этот стрим это еще и некоторый долг памяти моему прадеду, который воевал в рядах Российской империи. Он 1894 года рождения, призван был, естественно, в мобилизации 14-го, воевал в Румынии, участвовал в Брусиловском прорыве и трижды кавалер Георгиевского креста. Поэтому все-таки я, наверное, признаю, что какая-то часть личной заинтересованности у меня в этом стриме есть. Начать, наверное, стоит все-таки с того, как эта война произошла. Почему? Ведь что такое Европа накануне войны? Это колониальные империи, которые контролируют весь мир. Центр всего мира находится в Европе на тот момент. Не так, как сейчас, все просто оглядываются, и там кто-то что-то копирует, но мир сейчас гораздо более диверсифицирован, чем был тогда. Это время теорий о превосходстве белого человека, которые не считались чем-то зазорным, они были естественными, ведь если белый человек правит всей планетой, логично предположить, что есть какие-то генетические, биологические этому обоснования. Ну и они, конечно, находились. Огромное влияние на общественную мысль того времени оказывает Ницше. Фридрих Ницше с его идеей об Убеменш, суперчеловеке. Естественно, стремление стать Убеменшен, то есть суперлюдьми, присутствует у многих представителей тогдашней Европы. Начну я, наверное, издалека. Совсем-совсем издалека. Дело в том, что последняя глобальная война в Европе перед Первой мировой была аж за сто лет до нее. Это были наполеоновские войны. И с тех пор в Европе был баланс сил. Он соблюдался, так или иначе. Да, была Крымская война, когда Англия и Франция воевали против России. Да, была Франко-Прусская война, в ходе которой возникла Германская империя. Да, это все было. Но они не были по масштабу общеевропейскими или уж тем более мировыми. При этом воинственно-героическая часть войны, сражения, битвы и так далее, мне интересны постольку поскольку. Конечно, я ими интересовался в свое время, естественно, это, но это лишь частности. Боевые действия это лишь частности тех процессов, которые происходили в умах элиты и, в общем-то, и, скажем так, среднестатистического жителя тогдашней Европы. Поэтому гуманистический аспект войны, о том, как она повлияла на сознание, о том, как она повлияла на всю последующую историю, для меня гораздо более важен. О том, как менялась культура, о том, как менялись э, социальный строй, не только политический, но и социальный. Ведь и значение рабочих, и значение женщин э, значительно выросло во время этой войны, по вполне объективным причинам. Ведь чем дольше затягивалась война, тем важнее становил, становился фактор производственной мощи. А производственная мощь ⁇ это рабочие. Таким образом, значение рабочих, значение людей, которые обеспечивают выживание государства занимаются реальным производством. Оно довольно сильно выросло за это время. При этом мужчины, массово ушедшие на войну, оставляли за собой дом, оставляли быт, оставляли заводы, на которые постепенно начинали приходить женщины, как замена им. Женщины завалили на себя огромную часть, скажем так, обязанностей, Иногда даже вполне себе политических, например, руководство там, местной коммуной, управление поселком, еще чего-то. Так как мужчин их не хватало, да, женщины взялись за это и уже никогда это, по сути, не отдали из своих рук. То есть их значение в обществе значительно повысилось в этот момент. На самом деле, я думаю, мы будем перебирать и найдем десятки тем, в которых современный мир, по сути, сформировался. То есть Первая мировая — это для меня момент перехода от исторического времени, то, что мы называем новейшая история, но вроде бы как еще и не наша, да? Она уже новейшая, это уже не ренессанс, это уже даже не просвещение, но все-таки еще не наша. А вот Первая мировая война, межвоенное время, послевоенное время, они как раз сформировали наше сегодняшнее общество не раз, наверное, если вы сталкивались с информацией об этой войне, что о ней обычно можно вынести? Что эта война была неизбежна. К этой войне Европа шла уверенным шагом и, наконец, пришла. Честно сказать, <laughs> это утверждение оставляет <laughs> невысказанными такое количество процессов, что я просто поражаюсь, насколько часто дублируется это мнение. Ведь идеальное объяснение – эта война была неизбежна, к ней все шли и пришли. И я считаю, просто шикарное объяснение причин войны. Класс. Так держать, как говорится. В общем-то, мне такие объяснения совершенно не устраивают. Тем не менее, гордость, чувство собственного превосходства – это неотъемлемые части... Империя. Ведь что такое империя? Это способ организации пространства каким-то образом, определенным. И за время 19 века Европа доходит до такого пика, что вот посмотрите на этот баланс сил, посмотрите на эту карту. Россия. Огромная страна с огромным населением. Идеологии России на тот момент уже более 100 лет со времен... Екатерины, по сути, является идея объединения славян в одном государстве. Всех славян. Панславизм так называемый. То есть все Балканы. Естественно, едва ли не половина населения Австро-Венгрии. Такая идея была. И это факт. И на нее работали российские элиты в течение, ну, как минимум сотни лет. Другой участник. Германия. Германия самая молодая из участниц из империи. А, объединилась она лишь во второй половине 19 века. Вот на этой карте тут показаны альянсы, а не отдельные страны, да, поэтому вот важно заметить, вот разделительная линия. А, Германская империя, она, вот она. А, объединилась она великим государственным деятелем Отто фон Бисмарком во второй половине 19 века. А, по сути, дата ее Основание можно считать 1871 год. Франко-прусская война. Вот, собственно, Отто фон Бисмарк. Честно сказать, его сходство с Грампикетом приводит меня в некоторую отрыбь каждый раз, когда я его вижу. Но факт остается фактом. Это самая молодая империя из приведенных. Естественно, с суперсовременной экономикой, с суперсовременным устройством общества с передовой армией, с передовыми возможностями. Германия образовалась очень поздно. На тот момент вокруг нее все империи уже существуют достаточно длительное время. И в Германии активно бытует мысль о том, что, ребята, наше место под солнцем нам должно быть обеспечено. Как так? Мы великая нация. Да, у нас поздно появилось государство. Мы совершенно не унтерменши, так сказать мы мы стремимся создать такую же империю, мы имеем на это право. Если у Великобритании есть Индия, если у Франции есть Северная Африка, если Россия простирается на всю Евразию, почему у нас не может быть своей империи? Нет, она должна быть, и она будет. И в соответствии с этой идеей Германия выстраивается как колониальная империя. Она начинает строить флот, которого до этого у нее никогда в истории не было, такого сильного. При этом Германия искренне считает, что э, крепкий флот поможет ей добиться уважения и признания, например, Великобритании. А, Вообще-то можно сказать, что это был просчет, так как Великобританию скорее озадачило появление еще одного сильного флота в своих, по сути, водах или в сопредельных с собой водах. Возможно, это одна из причин, по которой Германия отвратила от себя Великобританию. Поэтому цели... Ну, нет, не цели Германии в войне. На тот момент я говорю о конце 19 века. Я говорю об идеях. Вот цели войны, они, во-первых, всегда очень обманчивы, потому что декларируемые цели, я думаю, вы это сами прекрасно знаете, декларируется то, что люди хотят услышать никогда в жизни страна не будет декларировать свои там истинные какие-то мысли, цели, желания. Вот, поэтому мне проще говорить об идеях, которые владели обществом. Вот в Германии они были такие. Германия успела обзавестись некоторыми колониями. Германия успела поучаствовать в разделе китайского пирога, кусочек себе там на севере оттяпать. Германия успела колонизировать Того в, Герма... в Африке некоторые острова Тихого океана. Да, Германия кое-что успела сделать, действительно. Австро-Венгрия, соседняя с Германией, тоже, можно сказать, в основе своей, мы сейчас это воспринимаем как часть германского мира, Австро-Венгрии, на тот момент, конечно же, нет. Австро-Венгрия, это, наверное, самая мультинациональная из этих всех империй. Естественно, Австро-Венгрия, это 14 национальностей, достаточно крупных, Естественно, это венгры, естественно, австрийцы. Это богемия, то, что сейчас, как мы знаем, Чехия. Это словаки, это хорваты, это словенцы. И Австро-Венгрия последние вот эти вот все годы перед войной, даже десятилетия перед войной, да, можно сказать, даже в ходе 19-го столетия, Австро-Венгрия на пару с Россией являются силами, которое влияние Третьей империи, османской, на Балканах, вот тут. Как мы видим, уже к 2014 году тут существует сразу несколько государств, королевств. Так вот, независимость этих государств во многом обеспечена благодаря усилиям Австро-Венгрии и России. Например, во время войны России с Турцией 1877-1888 годов независимость получает Болгария ранее, в 30-х годах 19 века, восстание сербов также получает протекторат России, и оно становится успешным. Сербы также устан устанавливают на Балканах свое государство. Со спорными территориями, да, конечно, у них есть претензии, особенно к Македонии территориальные. Э у них им еще предстоят балканские войны перед Первой мировой. Но, тем не менее, эти государства появляются на карте. И вот Австро-Венгрия, по мере того, как влияние Османской империи с Балкан уходит, Австро-Венгрия ощущает за собой ну, необходимость прийти на смену Османской империи. Потому что столетия до этого Австро-Венгрия боролась с турками. В свое время было... Даже была опасность уничтожения еще Австрии, когда она еще не называлась, даже Австро-Венгрией, а турок на тот момент гораздо более сильных, чем к началу 20 века. И поэтому Австро-Венгрия воспринимает себя как естественный гегемон на этой территории взамен Османской империи. Что, естественно, входит в конфликт с Россией, потому что Балканы населены в основном населением славянским, славяне. Считай русские в представлении Российской империи того времени. Ну, давайте Франция следующая, вот о ней поговорим. Франция является уже на тот момент матерой старой колониальной империи. Точнее, по устройству она республика. Колонии у нее есть, достаточно обильные. И усиление Германии ей, в общем-то, грозит очень серьезными проблемами. Дело в том, что я напомню, что Франция была главным как раз противником образования Германской империи в свое время. Франция всячески противилась объединению Германии в XIX веке. И только победив Францию в войне 1870-71 года, Германия смогла обеспечить вообще себе само право на существование, отжав, естественно, многострадальную область Эльзас-Лотарингию. И поэтому Франция считает, что любое усиление Германии то, что Германия хочет построить свою колониальную империю, это угроза Франции непосредственная. Те трения, которые между ними возникают, они носят характер очень острый. Когда еще непонятно, как будут формироваться альянсы, что будет вообще дальше, понятно одно, Франция и Германия это непримиримые враги. Великобритания. Великобритания является на этот момент, в общем-то, это первая в истории сверхдержава. В 20-м, вот сам принцип сверхдержавы, да, которая контролирует, которая знает, что в мире происходит. В 20 веке это было две, да, потом Соединенные Штаты и Советский Союз. Но Великобритания была первой до них еще, до Первой мировой. Естественно, все, что происходит в Европе, касается ее непосредственно, но и в то же время опосредованно. Дело в том, что в самой Европе у Британии никаких интересов нет. Если бы в Европе все было, все оставалось как есть, Британию это устраивает более чем. Но все-таки есть понятие баланс сил. И Великобритания видит усиление Германии. Великобритания видит, что Германия создает достаточно мощную флоту. И, скажем так, настораживается. В то же время у Великобритании есть такие колоссальные противоречия с Россией, что в случае войны Германии с Россией совершенно... Неизвестно, кого вообще поддерживать, если столкнуться Германия и Россия. Великобритания совершенно не факт, да, что может выступить на стороне России. Почему? А потому что в Средней Азии, в Афганистане, в Персии колониальные интересы Российской империи и Великобритании сталкиваются непосредственно. Они конкуренты в тех регионах. То, что в дальнейшем... Великобритания и Россия выступят на одной стороне. Это целиком и полностью заслуга, я не побоюсь этого слова, гениальных французских дипломатов, которые смогли хоть на время, но помирить эти две страны и заставить их участвовать в одном военно-политическом союзе. Это на самом деле уникальное явление. Да, можно еще вспомнить, естественно, Османскую империю. Что с ней? Ну, собственно, Османская империя, она древняя, существует она уже на тот момент очень-очень много лет. По сути, с падения Константинополя, да, то есть, извините, с конца 15 века существует эта империя. И она последние столетия находится в состоянии упадка. Она теряет свои балканские территории, она теряет свои африканские территории, она проигрывает влияние на Кавказе, в Армении, то есть Турция находится в состоянии упадка. Но прямо накануне войны в 1908 году к власти в Османской империи приходят э, правительства младотурков. Наверное, вы слышали такое имя, как Ататюрк. И они начинают модернизацию этого государства довольно активную. Естественно, при модернизации, если вы догоняете правильно, вам же нужно кого-то догонять. Вам нужно на кого-то равняться, кого-то выбрать, конкретно в качестве примера. Вот его мы догоняем. И Османская империя таким ориентиром выбирает для себя новую, самую модерновую империю Европы Германию. Поэтому модернизацию в Турции производят немцы по немецким образцам, реформация армии производится немцами, инструкторы немцы. Во многим этим объясняется их участие в дальнейшем в одном Альянсе. Если говорить о более мелких национальностях и нациях этого времени в Европе. Польша. Польша находится на тот момент разделена между тремя государствами уже, 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 уже. Ну, в общем, в общем, скажем, сто лет, ошибемся лишь немножко. Теперь мы переходим к Балканам, которые меня бесят. Вы уж извините. Я так и правильно, я так и скажу. Балканы меня бесят. Балканы – это настолько сложная история, они меня бесят с исторической точки зрения, потому что в этой солянке, в, в этом столпотворении и скоплении народов разобраться, я не я не могу себе вообще другого региона представить более адового в подковерных играх в сложности этнографической карты, в сложности политических взаимоотношений между странами, чем Балканы. Поэтому каждый раз, касаясь Балканов, когда бы то ни было, будь это история 20 века и, допустим, 90-е годы, будь это история 19 века, будь это история Первой мировой войны, Балканы ⁇ это всегда очень сложная история. Но она нам сейчас понадобится. Поэтому приступим. Первую мировую войну часто называют третьей балканской. Почему? Потому что как только балканские государства получили независимость от Османской империи, они тут же начали выяснять между собой отношения. В первую очередь, конечно же, Сербия с Болгарией. Почему Болгария выступала против России в этой войне? Ведь, по сути, Болгария независимость получила благодаря России. Болгария бы и рада не воевать против России. Но у Болгарии главный соперник в эти годы и по территории, и в политике – это Сербия. А Сербия, естественно, является российским протекторатом. Именно поэтому они оказываются по разные стороны баррикад. Потому что в начале 20 века случаются аж две Балканские войны. Первая идет против Османской империи за расширение территории тех государств. А Вторая Балканская война идет в первую очередь между Сербией и Болгарией за территорией Македонии. И помирившись кое-как, аж в 1913 получается, году, то есть это прямо-прямо это накануне уже войны, естественно, тут отношения остаются очень серьезными, очень напряженными. Поэтому. Объяснение, что Первая мировая началась из-за ситуации на Балканах, оно, конечно, слишком простое. Но в то же время это и более чем формальный повод. Часто говорят, что убийство знаменитое, к которому мы сейчас перейдем, что это формальный повод к началу войны. И так, и не так. Все-таки убийств было много, но война начиналась далеко не из-за всех, как вы понимаете. Идея войны, как разрешение всех наших споров. Идея войны, как... Ну вот представьте, напряжение, да, оно между странами. Территориальные претензии, какие-то взаимные подколки, подковерные игры, тайная дипломатия, э борьба за колонии. Это напряжение, оно копится, оно копится весь 19 век. идея войны, как идеи разрешить этот спор, она популярна во всех странах участницах дальнейшей войны. Войны никто не боится. Многие ищут войны. Начинается гонка вооружений примерно с конца 19 века. По такой же системе, как вот, например, модернизация Турции. Вот Турция модернизируется по примеру Германии и часто на германские деньги. А, например, Россия, которая тоже в техническом плане к тому моменту достаточно отсталая, она с самого конца, ну, я бы сказал, все-таки с прихода, может быть, Николая II, то есть с 95-го, а, пожалуй, что после революции 1905-го она тоже начинает усиленную модернизацию и темпы промышленного роста. Ну, скажем так, промышленность в России просто взрывается вот, предвоенное десятилетие происходит это естественно ну, для этого нужно финансирование для этого нужны заводы и во многом спонсором этих предприятий новых этой инду новой индустриализации скажем так еще одной волны индустриализации выступает франция и бельгия они дают большие заемы они выступают в качестве посредников они поставляют много технологического оборудования на новые заводы инженеров и так далее Поэтому Россия от Франции становится не то чтобы зависима, но, скажем так, Франция специально усиливает свою связь с Россией, чтобы иметь союзника на Восточном фронте с Германией. Отто фон Бисмарк, мой любимый Гран Пикет, в свое время, и я думаю, многие знают эту фразу, она популярна. Он э, не хотел воевать с Россией и всячески этому противостоял. У Бисмарка в голове он видел все эти проблемы. Он ведь видел, что происходит, что страны когда-нибудь такими темпами начнут очень большую войну. И в видении Бисмарка Германия и Россия должны были быть союзниками в этой войне. Он придумал такую схему, правда не смог ее воплотить как союз трех императоров союз Гаусбурга, правителя Австро-Венгрии, союз германского императора и российского. Он считал, что, смотрите, у нас похожая политическая система, потому что у нас империи, да, а мы будем воевать против стран, у которых там империи либо неполноценные, как в Великобритании, либо это республика, как Франция, ну и так далее. То есть он видел в таком формате. Но пришедший Вильгельм II Гогенцоллерн, Император Германии. Это такой молодой, бравый, резкий парень, который Бисмарку заявляет, вот эту вашу дружбу с Россией бросьте. Нам доносят, что Россия укрепляет свои границы, здесь увеличиваются группировки российских войск, а между прочим гонка вооружений идет по всей Европе. С 1899... 1914 за 15 лет численность армии в Европе удвоилась за 15 лет. В результате при, Фридрих, э, при Вильгельме II выдвигается такой товарищ, как Шлифен, генерал немецкий. И Шлиффен предлагает план: если война неизбежна, мы должны к ней готовиться сейчас. И в соответствии с этим планом и сейчас параллели, в общем-то, будут начинать проявляться. В соответствии с планом шлифана, Германия резким ударом через Бельгию и Нидерланды вот тут берет Париж, заканчивает войну с Францией, перебрасывает все на Восточный фронт, при нейтралитете Великобритании побеждает Россию. Элегантно, легко и просто. Правда, историки сейчас, изучающие план Шлифана и те данные, которые там называются, за две недели взять Париж, там, за, за два месяца там, капитуляция Франции и так далее, они считают эти планы нереалистичны в принципе, потому что они предполагают, что армия должна двигаться на 20-30 миль в день и при этом еще вести сражения и насколько это выполнимо просто физически не очень понятно. А, а сам Шлиффен до первой мировой войны не дожил, и поэтому сказать был ли его план был бы он как-нибудь подкорректирован впоследствии или нет, мы не можем сказать. Вот. Но этот план был утвержден, хотя да, сам Шлиффен умер незадолго до начала войны. К чему я это вообще говорю? К чему этот план Шлиффена? К чему все? Да потому что до войны еще остается добрые полтора десятилетия. А люди уже в этих странах, это всех, какие-то планы обороны, атаки, нападения были во всех странах. Просто в Германии с их педантизмом, да, он был наиболее проработанным. И все-таки это именно Германия была молодой и пробивавшей себе дорогу в мир. При этом Германия, Планируют вот еще одна параллель, которую, кстати, многие, кто интересуется Второй мировой войной, они найдут очень интересную тут параллель. Планы относительно Польши у всех стран, у этих трех: у Германии, Австро-Венгрии и России. Германия планирует Польшу, российскую часть Польши оттяпать себе, но поляков, этнических и евреев с этой территории выселить, например, в ту же Россию, а ее заселить немцами. В дальнейшем это очень напоминает план освоения гитлеровской Германии, восточных территорий. Прошу обратить внимание, что никакого нацистского режима тут нет и в помине. Абсолютно нормальная с их точки зрения реаль политик. Как должны вести себя Белые люди, которые идут к успеху. Россия, в свою очередь, планирует объединить и австрийский кусок Польши, то есть Галицию, и германский кусок Польши в, в программе, скажем так, ну, объединения всех славян, о котором я уже упоминал. А что же поляки? Спросят слушатели у поляков в тот момент э, отношения разные. Поляки будут служить во всех трех армиях этих государств. Поляки будут сражаться, сталкиваться друг с другом на полях сражений. Э, если я не ошибаюсь, полтора миллиона поляков будет служить. Часть поляков считала, что нужно поддерживать Россию. Часть поляков считала, что нужно поддерживать Германию. Но некоторые, например, внимание, внимание, известная фамилия, Юзеф Пилсудский, впоследствии отказался от идеи поддерживать кого-либо и предложил просто бойкотировать, уходить от призыва, уходить от всего, не участвовать в этой войне. За что был арестован немецким правительством, за что отсидел, но в дальнейшем получил будущее уже в послевоенное время в Европе, но это другая история. И еще раз скажу, что войны ждали Лучшим объяснением этому является так называемое августовское безумие. Когда война началась, она ознаменовалась парадами, искренней радостью во всех столицах этих государств. В Париже, в Берлине, в Вене, в Санкт-Петербурге, в Лондоне были парады радости. В Санкт-Петербурге верноподанические настроения, как будто бы и не было революции, совсем недавно, 1905 года. Это было неожиданностью для многих властей, между прочим. Например, Вильгельму II, правителю Германии, советовали в свое время не показываться на люди в первые дни начала войны. Не знали, как это воспримет народ. Но люди, собравшись в огромные толпы, пришли к дворцу Вильгельма и требовали его показаться. Это была акция любви и в тот момент он вышел и сказал достаточно знаменитые с тех пор слова. Я сегодня вижу впервые не немцев какой-то отдельной профессии, не немцев, скажем так, социальной прослойки, а просто немцев. Абсолютно идентичная ситуация была во всех странах того времени, ведь напряжение было не только внешнеполитическим. Напряжение колоссальное было и внутри всех этих государств. Не забываем, что вот как раз вторая половина XIX века – это время активного распространения учения Карла Маркса. Это социалистические движения, социал-демократические активные движения старая аристократия, которая в тот момент, она еще не разрушена. Странами еще правит старая, по сути, аристократия. Все элиты, они выходцы из эпохи, едва ли не эпохи Ренессанса, понимаете? И поэтому между простыми, скажем так, людьми, между рабочими, крестьянами, между элитами, между какой-то просветительской прослойкой, все время существует напряжение. И война, она является сильнейшим консолидирующим фактором. Люди рады идут и проводят парад в Берлине или Санкт-Петербурге. Вот поймите, вот э, э, Нагафона написал, что как же люди любили убивать. Вот поймите, что люди шли с такими парадами не потому, что они любили убивать, а потому что они чувствовали, что в этот момент их социальное положение не имеет значения. Они чувствовали единение что вот там есть враг сейчас за границей, и мы его будем мочить. Ура! Но мы вот вместе, вот я, он, ты, все мы рядом, и все мы сейчас дадим по рогам всем врагам. Это довольно сильный объединяющий фактор. Его не нужно сбрасывать со счетов. Причем, ладно бы это происходит в имперских странах, но ведь это же самое происходит и во Франции, которая является, извините, республикой. Казалось бы, это в империях. Император говорит, мы идем на войну. И все идут на войну послушно. Извините, Франция это республика. И в этой республике все точно так же рады этой войне. В этой республике все точно так же ожидают, что вот мы сейчас у Германии заберем наконец-то Эльзас и Лотарингию, что наконец-то мы этих немцев поставим на место что наконец-то, ну, в общем, это как Горил Картман в Саус Респект моего авторита. Уважай мою власть. <laughs> Уважай мой авторитет. Тут сложная вот ситуация. Насколько велико должно было быть напряжение, война принесла облегчение людям. При этом, конечно же, по всей Европе есть социалистические и социал-демократические силы, которые в предвоенные десятилетия говорят о том, что рабочие должны игнорировать грядущую войну, что война, если она разразится, это будет империалистическая война ради интересов элит, а не ради интересов рабочих. И на съезде в Мюнхене социалисты в общем и целом договариваются о том, что будь большая война, они будут ей противиться. Как они не уточняли. Предполагалось, что, наверное, это будет вот что-то вроде страйка, что, например, и в Германии, и в России, и во Франции рабочие просто откажутся работать, производить вооружение, когда война начнется и так далее. В действительности же, когда война началась, многие социалисты, да не многие, а все, кроме прекрасно известного нам Ленина, сейчас о нем скажем, они войну поддержали они обнаружили, что немецкие националисты, о, немецкие социалисты обнаружили, что не немцы. Французские социалисты обнаружили, что они оказываются французы. И они попали под вот это вот влияние, под вот эту сильную объединяющую риторику войны. О том, что да, мы вместе. Они увидели, что это решение многих социальных противоречий, которые существовали. Ведь Социалисты выступали именно за разрешение этих противоречий. Разве не так? Но была часть радикально настроенных коммунистов, социалистов. Это, естественно, Ленин, который выдвинул, скажем так, контрпредложение о том, что войну нужно не, скажем так, войне не то, чтобы нужно противиться, но войну нужно использовать. Потому что война, коль скоро она будет, она ухудшит состояние жителей каждой из участвующих стран. И они начнут революцию. И вот эту войну огромную, ее нужно превратить в гражданскую войну, общеевропейскую, а затем и общемировую. Из вот этой войны большой, которая она начнется, оседлав недовольство рабочих, крестьян, в первую очередь, естественно, масс, на которых взваливается тяжесть обеспечения этой войны, нужно начать революцию, которая свергнет все эти режимы, свергнет эти империи. Ну, грубо говоря, социальная справедливость восторжествует. Эти страны многонациональные, Россия, Австро-Венгрия, да, они в себе объединяли много национальностей. И когда война закончилась, Европа стала представлять собой нечто вот такое, а то и вот такое. Это вот карта 19 -го года. Понимаете, сколько на самом деле на территории этих государств после этого, сколько из них вышло государственных образований? Ведь тут же ну просто свихнуться можно, понимаете? И сравнить, да? Хоп, накануне войны. Хоп, после войны. Вот тут мы переходим к еще одному аспекту. Я рассказал про социалистов. Но ведь была еще и национальная идея, были еще и националисты. Это вторая сильная идеологическая сила, которая, как ни странно, тоже, черт возьми, поддерживала войну. Естественно, то, что немецкие националисты поддерживали войну, это было понятно. Да, например, ну, все-таки это их государственность, и они выступают на... Своей стороне. Естественно, они будут поддерживать войну. Но э, националисты меньшинств также поддерживали эту войну. Почему? Они считали, что через участие в вооруженных формированиях этих стран, ну, скажем так, их патронов, они могут приобрести себе больше прав. Они могут добиться участия ведь во все времена участие в армии вооруженное, скажем так, служение кровью и потом. Оно давало тебе какие-то, ну, больше прав. Вот Маримур рассказывал о Риме, там ведь тоже похожая история была. То есть с древних древних времен это была такая, э, это был при... он не все... далеко не всегда удовлетворялся, между прочим. Но рассчитывать на это было возможно. И, например, э, жители Западной Украины тогдашней, ну, это теперь это называется Западная Украина, тогда это была Галиция, да? этнические украинцы они вступают в ряды австро-венгрии с желанием добиться для себя в дальнейшем какого-то представительства добиться для себя еще больших прав какие-то украинские э, интеллектуалы которые служат в российской армии работают на российскую государственность они также э, встречают эту войну с воодушевлением потому что они считают что показав себя в ней как и кавказцы показав себя в этой войне они могут заработать для себя, скажем так, больше уважения и признания в существующей системе. О том, что война закончится полным развалом этих государств, тогда еще никто даже не подозревает, конечно же. Меня всегда поражала на самом деле вот эта вот ситуация. Ведь смотрите, мы обсудили социалисты, которые выступают за, соци... за социальную справедливость, радостно встречают войну. Националисты, которые, казалось бы, выступают за национальную диверсификацию, казалось бы, это же не ваша война, воюют же другие страны, они тоже рады этой войне. Элиты рады, война всегда поднимает их авторитет, война всегда увеличивает значимость государства, потому что если во время войны государство слабнет, плохо будет всем. Поэтому пока государство ведет войну и находится в состоянии войны, государство это альфа и омега. А в мирное, гос... а в мирное время государства могут и послать чего доброго, чего точно не будет во время войны. Я говорю, то, что элиты поддерживают войну, меня не удивляет. Они всегда ее поддерживают. А вот то, что массы, это очень сложное явление. Я не скажу, что я в шоке, но... Это далеко не так часто встречается в истории. И заканчивается война совершенно по-иному. Заканчивается война полной тишиной. Заканчивается война ужасом от пережитого. Заканчивается война ужасом от газовых атак. Ужасом от количества жертв в Европе в войнах. Никогда не было таких жертв. Эта война заканчивается желанием какой-то мести, что ли, как бы это сказать. Эта война закончилась с таким количеством желчи и мести в людях друг к другу, что она предопределила начало и Второй мировой войны в том числе. Ведь свежепоявившиеся национальности, которые обрели свои государственности, они никого не устраивали. Старые страны, которые воевали между собой, они так и не разрешили до конца те вопросы, которые ставили перед собой. Франция считала, что она победит в этой войне и выйдет из нее еще более великим государством. А в действительности же Франция была обескровлена. В действительности же в мясорубках под Верденом, в окопной войне, в газовых атаках погибло колоссальное количество людей. Силы всего государства несколько лет работали только на фронт. Они все обнищали. Все было разрушено. Да, вы вышли победителями, молодцы. А дальше-то что? Само явление пацифизма, оно появилось в ходе Первой мировой. Потому что в какой-то момент, к 17 году, к 18 людям стало казаться, что эта война не закончится никогда. Она идет, и идет, и идет, и идет бесконечно, бесконечно, бесконечно. Все фронты. Румыния, тут все горит. Галиция, Карпаты, естественно, окупная война Франции с Германией, Горная война Италии с Австро-Венгрией, война в Северном море. И оно никак не закончится. И действительно появилась идея, что эта война будет едва ли просто не идти все время, как извините, в Вархаммере в каком-то. Появлялись пацифисты, как движение, оно зародилось в это время. Пацифисты, которые считали, что конкретно эту войну надо прекратить. Пацифисты, которые считали, что войны вообще надо прекратить. И это были едва ли не первые противники войны, которые появились. Они считались преступниками. Их вязали. Пацифист это был очень серьезный преступник. И пацифист весь 20 век, это сейчас там ха, хиппи, анархия, пацифизм, мир, дружба, жвачка, конопля. А во время Первой мировой пацифист это в первую очередь преступник. Это пораженец. Который выступает за то, чтобы либо страны уже наконец-то выдохлись в этой войне, и своей стране наверняка поражение желает, и, и вообще. И посадить его, в общем, в тюрячку, чтобы молчал и людей не смущал. Кстати, я как-то поразительно мало сказал про Италию. Дело в том, что у Италии в этот момент бытует... У Италии тоже есть колонии. Италия... Э Чувствует себя, ну, сравнительно неплохо. Она в самовольном порядке накануне войны отжимает у Османской империи э, североафриканские, там вот, э, Триполитанию. При этом никто ничего ей не может возразить, потому что, ну, извините, вот это такой мир. Кто, значит, сильный, тот и съел. Там Османская империя пыталась возмущаться, жаловаться Великобритании, что вот, дескать, Италия отжимает территорию в Италии же в этот момент царит принцип э, священного эгоизма, как они называют. И хоть формально Италия вступает в союз с Австро-Венгрией и Германией, штабы этих двух стран подозревают, что Италия не выступит на их стороне в войне и они кажутся правы. Италия воздержится от участия э, в первом этапе войны, а в дальнейшем даже выступит на стороне Антанты и будет воевать с Австро-Венгрией. Естественно, к Антанте присоединяется и Португалия но чисто для, опять же, в рамках сохранения своего, своих колониальных владений. Я сейчас специально не говорю о США и Японии, потому что их вступление в войну, оно, во-первых, будет не скоро. Ну, то есть Япония-то скоро. Япония как раз вступила очень быстро в войну, потому что Япония быстро сообразила, что пока Европа грызется, самое время откусывать территории вокруг себя. Самое время, пока они там все грызутся, например, у тех же немцев взять и отжать кусок Северного Китая. В США, естественно, в этот момент знают, к чему идет в целом Европа. Но США показывают великолепные темпы промышленного роста всю вторую половину 19 века. В общем-то, война им не особо интересна. И США планируют снабжать и Германию, и Францию. И США не может выступить на, вот, на момент там, 2014 -го года. Да? США никак не может выступить на стороне какой-либо из стран. Потому что США это ведь много мульти, мульти мульти мультинациональное мульти государство. Ведь в США живут экспаты из Германии, например. И если вдруг начнется война против Германии, они все скажут, ребята, вы что, оборзели? Точно так же там живут экспаты из Франции. Если бы США начала бы войну с Францией, их бы собственные люди бы их бы закопали. Поэтому на момент 2014 года США никак в этом не участвуют. Да, они снабжают товарами. В общем-то, они снабжают товарами и страны Антанты, и Германию. Но... Так как Великобритания обладает в среднем более мощным флотом и начинает морскую блокаду Германии, начинает Великобритания. И поэтому США просто не имеет возможности торговать с Германией в этот момент. И торгует пре преимущественно с странами Антанты. И, естественно, за вот годы этой торговли отношения у США со странами Антанты налаживается, укрепляется, что потом, естественно, выразится в вступлении США в войну на стороне именно этих стран, а не Германии. Но это в целом это чисто торговая история. Ах да. Сербия, как я уже упоминал, так первую и вторую Балканские войны. Урегулированы конфликты между Сербией и Болгарией. Так вот, Сербия, естественно, испытывая постоянное давление от Австро-Венгрии, при этом ведет достаточно агрессивную политику против, ну, например, той же Болгарии. Вот вторая, например, Балканская война, которую, в общем-то, Сербия выигрывает и получает чувство неудовлетворения, а самоуверенности, уверенности в своих силах, вот так скажем. При этом Болгария, конечно же, является союзником Австро-Венгрии, ну, против Сербии, чьей еще можно с поддержкой заручиться, как не Австро-Венгрии. И поэтому между Австро-Венгрией и Сербией отношения очень напряженные. И все-таки мы переходим к формальному поводу, к началу войны. Убийство эрцгерцога Фердинанда. Мне кажется, тут не нужно надолго задерживаться. Ну да, сербский, 18-летний, младший, я думаю, многих в чате человек. 18-летний студент, белградский, Гаврила Принцип, расстреливает в упор машину с эргерцогом Фердинандом. Естественно, его ловят, но не выносят ему смертельного приговора из-за того, что он слишком молод. 18 лет считается, ну, молодой, пускай посидит пожизненно. Он умрет, не дожив до конца Первой мировой немножко от туберкулеза в тюрьме. А на этом его история, наверное, заканчивается. Гаврила Принципа. Австро-Венгрия требует рассмотрения этого убийства, требует расследования, ведь не просто же Гаврила Принцип сам вышел, учился-учился студент, встал, ушел с пар, застрелил Эрцгерцога. Нет, конечно. Сербы прекрасно понимают, что Австро... австрийцы прекрасно понимают, что это участник организации, как мы сейчас знаем, это организация «Черная рука», националистическая организация, которая спонсируется, как мы опять же сейчас знаем, на тот момент этого действительно не знали, которая спонсировалась правительством Сербии. Точнее, не, это была именно не государственная инициатива, а некоторые люди из высшего эшелона власти Сербии спонсировали эту «Черную руку» и Гаврилу Принципа. Вот так. Все-таки делать ответственными тут сразу всех, все правительство Сербии будет неправильным. Нет, нет, нет. И Австро-Венгрия требует рассмотрения этого дела, расследования. То есть требует доступа австро-венгерских следователей, ну, в общем-то, ко всему, что они захотят. Сербия выкатывает им откат, выкатывает отказ, потому что, ну, якобы мы сами проведем расследование, а это вмешательство в наши внутренние дела. Не стоит недооценивать позицию Сербии в этой ситуации, которая чувствуя поддержку России, естественно, просто насмехалась над Австро-Венгрией и слала ее ко всем чертям. В результате, так чуть-чуть сейчас сбился. В результате запускается цепочка дипломатических ситуаций, прекрасно знакомая любому человеку хоть раз игравшему хоть в серию Total War, хоть в стратегии от Paradox. В общем, военно-стратегические игры, если вы играли, где есть возможность альянсов, хоть в Imperial Glory, все знают знаменитые цепочки, когда кто-то объявляет войну кому-то, и дальше по эффекту домино взаимные объявления войны. Ну, это, это абсолютно знаменитая тема, которую, я уверен, без меня все знают, но не осветить ее тоже нельзя. Я банально обращусь к Википедии просто для того, чтобы вот это вот домино, просто чтобы это показать. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявляет войну Сербии за то, что эм, ну, <laughs> за невыполнение условий ультиматума э, Россия Тут этого не указано, но я как бы с, с дополнениями. После того, как Австро-Венгрия объявляет войну с Сербией, на территории Российской Империи объявляется мобилизация, по которой вот и был мобилизован мой прадед, о котором я упоминал в самом начале стрима. А, объявляется мобилизация. А, мобилизационный план, а, то есть, по сути, приведение, ну я же говорил, ультиматум допустить следователей и еще там целый ряд требований. В общем, ультиматум, нарушающий суверенитет Сербии. Вот так. Если интересно подробно, ну, можете открыть ту же Википедию, почитать. Просто я не считаю важным на этом так сильно зацикливаться. Россия объявляет мобилизацию. Она еще не объявляет войну. Она объявляет просто мобилизацию. Но Германия понимает, что мобилизация в России является угрозой для Германии, потому что мобилизация не объявляется просто так. Если вы уже начали людей призывать под ружье, значит война сейчас начнется. Германия предъявляет ультиматум России отменить мобилизацию, прекратить ее. Естественно, Россия отказывается. Тогда Германия 1 августа объявляет войну России. И как только Германия объявляет войну России, в дело вступает тот самый план Шлифена. Давайте, наверное, его назовем план Шлифена мольтке о котором я говорил ранее. То есть у Германии был только один план войны. Если война начинается, да, то мы следуем плану на мольтке Это типичная немецкая традиция, абсолютно в их духе. И Вильгельм II в этот момент предлагает своему генштабу, говорит, а может быть нам вообще тогда не воевать сейчас с Францией? Может мы так просто России сейчас объявим войну вместе с Австро-Венгрией, и просто с ней будем воевать на один фронт? А штаб немецкий объясняет, что, уважаемый, у нас нет другого плана войны. По этому плану войны мы объявляем войну Франции. И дальше уже его осуществляем в момент. То есть в момент объявления войны этот план уже заработал. Все. Так как других э, альтернатив нету, Германия 3 августа объявляет войну Франции. Э, предъявляет э, в соответствии с этим планом ультиматум Бельгии о том, что прошли войска. Бельгия, чувство за собой поддержку Великобритании и Франции, естественно, отказывает. Германия объявляет войну Бельгии. За, то, за нарушение бельгийского суверенитета Великобритания вступается за Бельгию и объявляет войну Германии. И дальше покатилось, покатилось, здесь все изображено я просто запарюсь это все произносить вслух. Единственный момент, который я, наверное, отмечу отдельно, это то, что Япония вот вступает в войну, потому что Япония вот за месяц быстро сориентировалась, поняла, куда ветер дует. Япония объявляет войну Германии и быстро оттяпывает у нее владение в Китае. Тут они сориентировались. Япония поняла, что чтобы не стать жертвой европейских колониалистов, Япония сама должна стать хищником, сама должна стать колониальной империей. И, ну, скажем так, если мы говорим о выживании этого государственного образования, да, она угадала. В общем, цепочка этих договоров, вот она приводится в действие. Еще, наверное, отмечу, что Британская империя объявила войну Германии из-за Бельгии. Это официальная причина. На самом же деле мы прекрасно понимаем, что вообще-то британцы могли бы проигнорировать э, ультиматум Бельгии, но э, баланс сил то, о чем я говорил уже. Если Германия будет занимать. Ну, если Германия подойдет к Ламаншу, если Германия займет вот эти территории, то Объединенному Королевству не сдобровать Соединенному Королевству. Поэтому. Бельгия тут используется чисто как оправдание войны, оправдание цели войны. Ведь, понимаете, во всех этих странах официальная позиция всех стран была в том, что война идет оборонительная. Все страны, абсолютно все, официально считали и говорили, что мы обороняемся. Да, даже Германия. Даже Германия, которая на них напала, говорила, что она обороняется. Ну а, а ведь действительно, почему бы и нет? Посмотрите, э, нас окружают альянсами. Что это значит за альянс такой? Франция, Россия, вот опять к этой карте перейдем. Франция, Россия, что это за альянс такой? Посмотрите, нас берут в клещи, вокруг нас собираются. Мы чисто в, сам, в целях самообороны проходим через Брюссель, Захватываем Париж, объявляем войну России, всех убиваем, из Польши выселяем всех поляков и евреев, э, все. Но ну, это исключительно в целях самообороны, вы же понимаете? Понимаем. Франция, естественно, тоже говорит, что э, мы, конечно, хотим и Лотарингию, естественно, но ведь это наши исконные территории, поэтому мы вступаем в эту войну исключительно в целях самообороны. Э, для России, для всех остальных стран. Э, Легче подвести обоснование их участия в войне, объяснить войскам, ради чего они сражаются и так далее. Да, именно классика Саус Парка Мидли правильно говорит: они хотят на нас напасть. В Великобритании же это несколько сложнее, потому что ей непосредственно вроде бы как ничего не угрожает, да. Поэтому Великобритания здесь садится на этого конька, что защита малых наций, защита Бельгии, защита ну, вот их там права на существование, защита их суверенитета и так далее. И именно под этой маркой э, Великобритания вводит свои войска, то есть, ну, как бы за все хорошее против всего плохого. И в целом я не могу назвать эти причины не хуже или лучше всех остальных, которые есть в этой войне. И люди, которые уходят на, на эту войну со всех стран, они идут, как будто бы они идут на парад, как будто бы они едут на праздник. Э, я уже упоминал массовые гуляния везде, где есть. Более того, война всем видится, вот что предстоящая война это, я говорю, сейчас конец июля, начало августа 2014 года. В прошлом году 100 лет было этим событием. И, собственно, августовскому безумию, когда вот эти радостные настроения, радостная встреча войны. Но ведь война всем представляется чем-то героическим. А на чем они воспитаны? Немцы воспитаны на прусских традициях, франко-прусская война. Там даже Крымская война, это какие-то героические атаки кавалерии, это всякие эпизоды такие. То есть война воспринимается как эпос. Война воспринимается, как будто бы это война времен наполеоновских войн. О войне пишутся поэмы и произведения. Военная литература, военная вот вся эта культура, художественный стиль милитаристский. Он вообще во всех странах пользуется большой популярностью. О войне все говорят как о очень благородном деле. О том, что война, которая им предстоит, не похожа ни в какой степени на все войны предыдущие, они еще не догадываются. Хотя вообще-то у умных людей подозрения могли бы закрасться. Ведь, например, при подавлении африканских восстаний, Великобритания при, принимает, применяет пулеметы уже в 1908 году. И пулеметы показывают, что просто наступающие толпы они останавливают тысячами, натурально тысячами. И когда кто-то приводит эти факты как указание на то, что война будет сверхкровопролитной, Появляется даже такое контр что европейцы из чувства благородства, из чувства солидарности белого человека к белому, ведь это африканцев можно косить из пулеметов, а белые люди косить друг друга из пулеметов не будут ни за что. Война между европейскими странами, это будет война благородная, это будет война чести, война маневров, война героизма. Пулеметы, которые, естественно, изменили вид войны просто до неузнаваемости, это не только, это, это, скажем так, не самое плохое, что вообще может произойти. Газовые атаки. Вот, например, такой факт. 85% всех раненых в этой войне, всех ранений в этой войне, 85% ранений в этой войне были получены от осколков, от разорвавшихся снарядов, то есть от артиллерии так как антибиотиков не было, санитарная ситуация была достаточно плохая там, месились в грязи, жили в этих окопах, в этой грязи. Эти осколки вызывали заражение. То есть, сидя в грязи по уши, в осколках от какой-то артиллерии, которую ты никогда и не видел в своей жизни, где с неба прилетел снаряд и разорвал пол башки, травясь газом, кашляя от него, вставая в атаку на пулеметы. Это была явно не та война, о которой писали в билетристике накануне ее, и которую видели себе эти солдаты, когда они на нее шли. Естественно, естественно, вот пишет Тайрон 5613, из трендеца вышел аспирин и пенициллин. Конечно, медицина за годы этой войны невиданно развилась. Естественно, Появилось протезирование, появились методы э, таких лечения ран, которых не было до этого, смогли ставить людей на ноги, которых до этого просто никто бы в жизни не подумал, что это возможно. Вот полевые госпитали и так далее. Ведь, как мы знаем, да, тот же пирогов, тот же опыт э, Крымской войны и так далее, он и тут помог довольно сильно, и он развился еще дальше. Ведь... Э, для медицины очень полезно что в этот момент появляется вообще такое явление как то что у нас называется контузией, то что нет скажем так то что сейчас называется посттравматическим синдромом. с этим явлением впервые сталкиваются тогда когда человек не участвует в маршах а сидит в окопах сутки два месяц год и его психики находится в постоянном напряжении он может умереть в каждую секунду, но он сидит и живет там себе. Но при этом он знает, что он может умереть в любую секунду. И психика постоянно находится на пределе своих возможностей. И в какой-то момент она не может дальше выдержать, и человек соскакивает. Он может начать верещать, он может просто завалиться спать, хотя вокруг взрываются взрывы и так далее. Он просто падает спать и дрыхнет. Все по-разному реагируют на это состояние. По-английски оно называется shell-shock потому что изначально предполагали, что это именно шеллс, что это от снарядов такое состояние. Поначалу этих людей считали трусами, поначалу считали, что ведь верещать это женское да, поведение, что они потеряли свою мужественность каким-то образом, что ну, обабились, прямо скажем, что они трусы, их подвергали трибуналу. Нам известны в первой половине войны случаи расстрелов, с... За то, что сейчас мы квалифицируем как посттравматический синдром. Этим людям было необходимо лечение. И сам факт постановки такого диагноза, то, что такое может произойти с людьми, было установлено именно в этой войне, в этих ужасах, в этих разрывах, в этой ситуации. Конечно же, потом сколько людей за сто лет уже от этого ну, получили должное лечение. Плюс э, посттравматический синдром, он ведь и протекает у всех по-разному. Кто-то может мучаться и 20 лет после этого, и он не пройдет, а, а кого-то отпустит через неделю. И непонятно, это усталость от войны, или это все-таки ПТС. То есть э, это сложное дело. Естественно, гигиена. Вот раз хорошо, хорошо, раз, раз мы коснулись этой темы, гигиена. Ведь э, э, за время Первой мировой гигиена вышла на совершенно иной уровень. Так как вероятность заболеваний в окопах была очень высокой за тем, чтобы люди следили за вшами, следили за чистотой. Вообще люди узнали о том, что есть дезинфекция, о том, что можно спиртом, о том, что руки надо мыть там. Потому что, виданное ли дело, в траншеях поголовно люди болели от дизентерии да, то, что там обычно мы можем прочитать где-нибудь у Киплинга, что там вот от Тифа, значит, животы рвало этим британцам в Индии где-нибудь. Ну, так понятно, там грязная вода, там черти что. А тут такая ситуация была в окопах. Люди годами жили и не могли больше нигде там воды набрать или еды свежей, еще чего-нибудь. Тут люди реально в окопах с Тифом просто. Даже такое явление, как мобильные публичные дома, так как на тот момент, в общем-то, во всех, по-моему, странах участницах проституция была легализована, и проституция для солдат считалась одним из просто полевых, скажем так, ну, что солдату нужно, да, там может быть махорка какая-нибудь, обмундирование, и, естественно, женщины им нужны. И вот появилось, что женщин ту туда, в этих публичных домах, их допускали только с проверки врачей. Начался поголовный контроль за венерическими заболеваниями. Это тоже началось в тот момент. До этого это все было, но совершенно не в такой поставленной, отлаженной системе. Совершенно не в таких графиках. Может быть, Морфий? Ну, Морфий, он все-таки уже его к тому моменту знали достаточно долго. Морфий все-таки вот появился примерно вот к Крымской войне. То есть уже лет 60 Морфий использовали активно. Графики, время, время. До начала войны нормальный джентльмен имел с собой карманные часы. Карманные, не наручные, карманные. Это был стандартный атрибут. Во время окупной войны на фронте естественно, вводятся повсеместно наручные часы. Потому что некогда, извините, в кармашек лазить и смотреть, где там часики. А время становится сверхважным. Планирование по времени, то, что мы сейчас знаем, как графики поездов, графики движения маршрута каких-нибудь, автобусов, это все вводится тогда же, тогда же в Первую мировую. Для того, чтобы контролировать отправку на фронт поездов, для того, чтобы... Вообще война сильно влияет и на быт дома, и жители рядовые начинают жить по графику, чтобы все было четко, чтобы все значит, было ровненько, чтобы под линейку все ходили. И, естественно, наручные часы в такой ситуации, когда постоянно, я уж молчу про то, что надо сверяться с артподготовкой, с началом атаки и так далее. Это само собой. И, естественно, люди вот, массово заводят себе наручные часы. Они появляются после этого. Мода носить плащи. Вот мы видим, как, мы видим хронику, да, там 20-х, 30-х, все люди в плащах ходят. А как плащ по-английски-то называется? Тренчкоут. То есть тран тран траншейное пальто. Это тогда же вводится мода на них, что... Ну ладно, это я уже перешел к таким совершенно мелочам, которые, может быть, совершенно не важны, но мне кажется, мелочи часто и заинтересовывают для того, чтобы человек начал читать чего-то подробней. В связи с этим я все-таки не могу не привести влияние, которое оказала Первая мировая на язык. Ну, на русский она оказала влияние тем, что... Пока война шла, естественно, противостояние ожесточалось. Какая-то национальная ненависть по национальному принципу, к тому, что вот к другим людям она возрастала очень сильно. Почему, наверное, на следующем стриме расскажу, что такое военное государство, как они между собой вза взаимодействуют. Это, кстати, очень интересная тема, но все же. Дело в том, что у нас в языке да, появилось такое слово, как просак. Тараканов. Вот этих вот мерзких тараканов. Рыженьких. Стали называть прусаками. Потому что воевали с немцами против немцев. Ну что вот, вот, мразь, ты таракан. Они их, небось, русаками называли, или еще как-нибудь, не знаю. А вот мы их прусаками. И да, зачем далеко ходить? Вот гораздо более близкий всем пример: город Санкт-Петербург переименовывают в Петроград в эти годы войны. А вы знаете почему? Да, потому что Санкт-Петербург, видите ли, немецкое название. Петр-то немчиков любил, а мы теперь нет. Поэтому никакой западный Санкт-Петербург наш русский Петроград. Британская же династия, которая даже сейчас, она ж до сих пор правит, она же правила и во время Первой мировой. Это они сейчас называются Винзоры. Они переименовались во время Первой, 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 Первой мировой, потому что их оригинальное название было. Саксен-Кобург-Готские. Естественно, когда воюют с Германией, и страну руководят Саксен-Кобург-Готы, это звучит не очень им так казалось. И они переименовались в более, скажем так, британское звучание Винзоры. То есть та же история, что и Санкт-Петербург-Петроград. Ну и вообще это наблюдалось абсолютно везде и во всем. Тем временем у нас началась война. И на то, как она повлияла на людей, на то... Как эта война повлияла на быт этих государств, на сознание, на то, кем стали себя ощущать европейцы, на то, как постепенно национальные окраины всех этих стран понимали, что да ну ее нахрен на эту войну. Ведь у нас есть свои уже войска, ведь если есть части сформированные из какой-то национальности, Естественно, они могут претендовать на то, чтобы как-нибудь попытаться отстоять свое национальное государство. Я напомню, что в ходе этой войны разрушилось четыре империи. Османская империя разрушилась, ее не стало. Российская империя исчезла, ее не стало. Австро-Венгерская империя исчезла и никогда уже не восстановилась. Германская империя уничтожилась, Веймарская республика вместо нее появилась. Они рассыпались, хотя, казалось бы, такие империи гигантские, большие. Да, Россия потом собралась. Да, там так всяк Турция что-то восстановила, но сейчас это жалкое подобие Османской империи. Австро-Венгрия никогда с тех пор не восстановилась. И так далее и тому подобное. И то, что в Европе в послевоенное время везде появляются вот, так популярные идеи Муссолини о тотальном государстве, Появляются государства с жестким централизованным правительством. И Гитлер потом тут приходит. И, и во, во многих, во многих это государствах происходит. И в советской России. Потому что это следствие Первой мировой. Это следствие того, что люди видели, слабое государство приводит к. К 17-18 году, о которых мы поговорим в следующий раз. Процессы после военного времени и Вторая мировая война они из этого всего выходят. Они из. Вот это вот замешано на грязи крови, из всего этого родится это, это история всей первой половины 20 века. Я не знаю, объединят ли когда-нибудь формально Первую и Вторую мировую войну как один процесс. Не знаю. Но я их вижу уже сейчас как один процесс. Они мне так видятся. Мне кажется, что с такой точки, если их рассказывать, то некоторые вещи становятся более понятными. Некоторые причины становятся более понятными. Ведь виноваты не только там какие-то обидные условия для Германии после поражения. Причины гораздо глубже и гораздо больше. Наверное, я сейчас сделаю небольшой блок на несколько минут. Ответы на вопросы. Если у кого-то по уже рассказанному возникли вопросы, спрашивайте я с удовольствием отвечу а рассказывать я пока банально просто устал вы уж извините а, уже немножко голос садится я лучше в следующий раз со свежими силами и чуть более структурировано дело в том что по ходу всей первой мировой войны я буду проходиться несколько раз вы не смотрите что я рассказываю весьма разбросано я там там кусочек зацепил там про то про все когда, когда серия этих стримов будет закончена картинка будет целой. Вот мне так кажется, потому что у меня в голове она целая. И мне кажется, когда я ее расскажу, она тоже будет целая. Я надеюсь на это. И надеюсь, что вы будете еще приходить, и вам это дело все будет нравиться. Естественно. И надеюсь я на то, что это доступным языком все-таки рассказывается. Сейчас включу даже. Я прям вот так включу, и если будут вопросы, я на них с удовольствием, с удовольствием отвечу. А на сегодня стриму, наверное, все. То есть стриму именно как и рассказываю. А вот танки ведь были впервые применены во время Первой мировой. Как сильно они повлияли на ход сражений? Танки, конечно, были применены да, во время Первой, Первой мировой. На ход сражений повлияли, по сути, они смогли сломать окупную войну. Наверное, я о ней все-таки подробнее расскажу в следующий раз когда люди действительно фронты стояли, потому что пулеметы, они, так как это было новшество, да, они были способны вот эти вот пехотные тактики наступления, которые были до этого, массированное наступление, то есть кавари, кавалерия, значит, там как-то пробивает фланги или является клином, а пехота, значит, врывается в эти клини, или это просто массированное наступление пехоты, они стали просто бесполезны с появлением пулеметов. Пулеметы полностью изменили ход войны. И, конечно же, танки, которые забронированы от этого всего дела, они действительно смогли проломать. Но они использовались не так, как во Второй мировой войне, или не так, как сейчас. Роль танков была совершенно другой. Сейчас танки используются как самостоятельные силы. То есть там, ну, танковая бригада, правильно? Танки наступают сами по себе, они прорывают фронт. Тогда же танки делались не так. Танки закреплялись как поддержка. Как... Танки тогда используют как БТР сейчас. То есть танк закрепляется за подразделением, танк прорывает окупную линию, оборону, а туда вливается пехота уже, то, что он пробил и закрепляет успех. Вот так использовались. Про Швейцарию и роль будешь рассказывать? Да, конечно, Швейцария это мекка дипломатии в то время. Все страны договаривались, обсуждали, что тут вместо собой вели подковерную дипломатию, все это совершалось в Швейцарии. Швейцария в тот момент была просто нашпигована шпионами, дипломатами, всякими деятелями, изгнанцами, всякими экспатами, всякими революционерами, кем угодно, короче. И на самом деле Швейцария это очень интересная история того времени. Многие империи, на мой взгляд, существовавшие на то время, уже ведь были долго в кризисе. И Первая мировая на них не кардинально повлияла, как думаешь? Нет, я думаю, что она их закончила. Я думаю, что они надорвались на Первой мировой. Я думаю, что они считали по старой памяти, что им это все по силам. Я думаю, что именно на Первой мировой они надорвались. Почему испанцы вечно в нейтралитете? Дело в том, что это не совсем вечно. Это достаточно новая история. Испанцы потерпели... Испанцы, напоминаю, были самой мощной колониальной империей до Великобритании. То есть с испанцев началась история колониальной Европы. Просто Испания первая сошла с этой арены действий. То есть это такой же вопрос можно задать: а почему Швеция была в нейтралитете? Да потому она была в нейтралитете, что у него в свое время была империя, и ей не понравилось, грубо говоря. Да, вот после Северной войны, после еще пары войн Швеция, в общем-то, сошла с большой арены. С Испанией случилось абсолютно то же самое. Про русско-японскую войну будет ли что-нибудь? Это интересная тема, но русско-японская война, я о ней скажу кое-что в стримах. Потому что она повлияла на Первую мировую, в частности, она повлияла на представление Японии о том, что с европейскими державами можно воевать и можно побеждать, и если, если все делать грамотно, то с ними можно конкурировать. Вот в этом ключе я разве что не расскажу, а так это была война очень локального значения. Нет, не буду рассказывать. А вот о революции 1905 года, если когда-нибудь до нее дойдут руки, то, конечно же, о том, как на нее, повли... она ведь выросла из русско-японской, да, в таком, но пока такого не планируется, если честно. По Второй мировой слишком острая тема для инсинуаций. Я рад, я хочу, я очень бы хотел бы сделать по Второй мировой такой же. Но если тут весь стрим шли небольшие срачи в чате, то вы представляете, что будет касательно Второй мировой войны? Я этого не хочу. Нет. Посоветую кино про Первую мировую. Я советую сериал с Бенедиктом Камбербэтчем «Конец парада». End of the Parade. Это мини-сериал. Он мне очень нравится как дух эпохи. О том, о чем я сейчас говорю. В принципе, он, возможно, немножко слишком мелодраматичный. Но мне кажется, Аспекты эпохи там очень верно выражены. Как-то турок обхожу стороной только потому, что хочу о них в дальнейшем рассказать. Конечно, и проливы, и Константинополь, и, и вот это вот все, да, естественно, это будет. Конечно. И геноцид армян, и вся эта политика касательно э, бакинских татар, которых мы сейчас как азербайджанцы знаем. Насколько правдивы книги Ремарка про Первую мировую? Он современник. Как любой современник, он с одной стороны ошибается, как очевидец, а с другой стороны он. Ну, он же все это видел. Особенно, конечно же, на Западном фронте без перемен. Я считаю гениальное произведение литературы. Я считаю, не то, что всем, кто интересуется Первой мировой, а всем, кто интересуется литературой, что ли. Это, нет, то есть это просто мастерит книга. Думаю, максимальная оживленность будет на стриме про историю обособленности Украины. Но ведь отдельного стрима про обособленность Украины не будет. Будет э, в стриме, когда будет тема э, условий сепаратного мира. Э, и будет э, вообще вся история с Брестским миром проходить. Естественно, там будет часть про Украину и про протекторат на, э, Германии на ДНР. Но, ну, конечно, Украина это важная часть Российской империи. Очень важная на тот момент. Обойти этот вопрос никак нельзя. Ну а то, что будут страхи, ну блин, ну я, я я выбирал первую мировую войну, тут тут что, не, не, знаешь, не, не замолчать же мне на эту тему просто, чтобы по современной истории нет, я противник, они слишком э, контроверсийные, слишком и прошло слишком мало времени, Далек, далеко 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 не все документы открыты. И их история очень часто еще совершенно не закончена. История в учебниках лютый трэш. Абсолютно согласен. Я считаю, что э, очень мало нормальной истории есть в учебниках. А если касаться конкретно темы сегодняшнего стрима Первой мировой, это просто можно выкидывать на помойку. Вы можете это изучать и можете не изучать. Я учил историю в школе э, и Первую мировую... Мы учили битвы на Соме, мы учили такую ересь. Это же процесс елки-палки. А они учат историю, как серия битв. И все. Это какая-то ерунда, она вообще ничего не объясняет. Я не понимаю, зачем это рассказывать вообще людям. Вот честное слово, вместо истории по Первой мировой гораздо лучше сделать плюс еще один урок по зарубежной литературе, выучить э, тот же «На западном фронте без перемен» Ремарка. Или Стефана Цвейга почитать что-нибудь о Первой мировой. Вот честное слово, для детей будет пользы в 30 раз больше. Кстати, кукумбер, между прочим. между прочим, очень неплохое мнение, с которым я не скажу, что согласен, но я солидарен с такой позицией. Я считаю, что действительно то, что написано в учебниках, формирует героический образ войны. Я считаю, что героический образ войны одна из причин ее начала. Поэтому мое отношение можно к ней понять. Как я сказал, вот, пожалуйста, факт, в первый год войны в Германии, Первой мировой, в Германии было написано около миллиона поэм. Миллиона поэм о войне. Милли... Ещё... Нет, я, наверное, недостаточно убедителен. Около миллиона поэм. Во-первых, вы себе представляете качество этих поэм. А во-вторых, вы себе представляете состояние общества, насколько оно нагнетено что из него вот так вот паром таким пышет и, и, творчество на эту тему. Это не здорово, как мне кажется. Да, да, ребята. Все, большое вам спасибо. Я уже, если честно, заманался. Я очень рад. Я не знаю, сколько было в пике людей, но по сравнению со стримом по Корее гораздо-гораздо больше. Не в пример. На Корее у меня было 40 человек, кажется, в пике. А сейчас я видел 200 было точно. Этому я очень-очень рад. А то, что есть еще и поддержка, саппорт, ну, это, ребята, что-то вообще жесть. Да, наверное, стоит досмотреть тот ролик в конце, который начинали, с которого начинали стрим. Как раз он такой по настроению, что он все закончит. До новых встреч!